Здравствуйте, Полина. Я вам обещала рассказать, как я делаю маску для моих волос. Специально намыла их целую неделю, чтобы вы посмотрели. Итак, что вот в этой говножиже сейчас? В данный момент я сюда добавила. Сегодня я делаю вообще extraordinary version. Репейное масло с перцем, с красным перцем, улучшает кровоток. В данный момент у меня там уже присутствует банан один, мед. И молоко немного, чтобы разбавить мед. Подогрето и репейное масло уже залито вот в эту жижу. Далее я буду комментировать все, что делаю. И вот, пожалуйста. Сейчас вы будете это наблюдать вместе со мной. В данный момент я буду размешивать эту хуйню. В миксере. Так что я реально прям делаю супер версию. Пожалуйста. Ну, потому что у меня банан были какими-то кусками и было стрёмно. Вот, получается шикосно. Честно говоря, хочу уже сожрать. Такая консистенция, что прям жрать охота, еще пахнет так, блин. Но если честно, это можно жрать, потому что тут все ингредиенты абсолютно съедобные. Что я сейчас делаю? Я сейчас добавляю 2 яйца. И это тоже размешиваю. Соответственно, я его... Я себе попала по пальцу. Ну як? Я уронила шкурку в эту хуйню. Честно говоря, готовить и разговаривать это не так просто. Ну як? Да, я делаю 2 яйца. Это пиздец, как дорого, типа считается. Ну, в принципе, мне насрать. У меня уже получилось дохуя этой жидкости, честно говоря, целое ведро. Но я не останавливаюсь. Сейчас моя задача добавить питание в эту маску, потому что до этого было восстановление. Питание — это крем с регенерацией. Я его запуяриваю. Пук. Очень жалко, что не видно. Пук. Вот. Этот крем мне дали бесплатно на работе, так что мне похуй. Вот это там восстановление, но тут написано, что он быстро впитывается, так что хуяша. Вот. Крем очень хорошо питает именно кожу головы, об этом не стоит забывать, и это рекомендуют делать даже парикмахеры. Так что это не мои причуды, хотя я, конечно, достаточно странный человек, но тем не менее. Ну все, теперь это нельзя жрать, но выглядит все равно очень вкусно. Кстати, для прочего прикола, еще я добавлю корицу, потому что корица, оказывается, улучшает рост волос. Хватит как-нибудь. Упарываемся. Ну а что? Делать еще. На четвертом курсе. Нашу я. А диплом делать? Следующим этапом я хочу добавить витамины. И, собственно, основной ингредиент — это глина. Основной секрет моей маски — это и есть как раз таки глина. Она будет загущать всю эту консистенцию наконец. И придавать ей уже окончательный товарный вид. Потому что мы ее собираемся нахуяривать себе на волос. Тут получилось 75 грамм этой глины, но я думала, что мне не хватит, я купила еще. Ну вопрос, зачем? Вот, как хорошо мешается. Я, кстати, уже мешаю на однерке, до этого я мешала на двойке, но сейчас уже такая разгустая, что не могу. Вот, она уже такая густая и похожа уже на эту, на магазинную, на самом деле, маску. Ну, естественно, храниться долго она не будет. Что я хочу добавить? Я хочу добавить витамин А. Ошибка, потому что витамин А, он жирорастворимый, и в воде он нихуя не растворится. Ну ладно. Вода вообще-то универсальный растворитель, так что немножко мы сюда... Ну ладно, добавили. Надо было добавить как раз сюда масло, и масло, по-моему, прекрасно растворилось. Вот, чайного дерева масло, оно улучшит рост волос, и для жирных волос, и да, я с жирными волосами вообще-то раньше была, оно... О, господи. Оно улучшит циркуляцию жиров. Пахнет оно очень вкусно, кстати говоря. Плюс оно обладает еще успокаивающим эффектом, так что у меня масло. Ну, на этом я буду заканчивать, потому что уже больше всего добавлять уже не надо. Вот она у меня уже, эта маска, она уже реально стала густеть. То есть я вторую пачку глины хуёво не буду добавлять, потому что она какая-то реально супер густая. Я еще раз перемешаю, допустим, для уверенности, и буду наносить. Называйте. Она уже очень густая. Что я ожидаю вообще? Это питание в первую очередь. Питание. Блеск за счет масел. За счет репейного масла с перцем, что я раньше, кстати говоря, не добавляла, я хочу прогревающий эффект. Ламинирование, естественно, это будет давать мне мед, также масло. Витамин А, укрепление. И, в общем, ускорение роста волос, опять же, за счет прогревающего эффекта перца. И за счет чего там еще? За счет чего прогревающий, блядь, не помню, что я говорю. В общем, эта маска выглядит как ведро какого-то говна, но на самом деле, ну, у меня раньше получалось гораздо меньше. Но на самом деле это... чудо природы. Так что я сниму себя до и после. После, надеюсь, будет лучше.